Вітаю вас в ефірі. Програма «Це вас хвилює». Я Тетяна Мілякіна. Як завжди, по середах ми спілкуємося з юридичних питань. Сьогодні гість нашої студії Вікторія Пазурчик, начальник відділу представництва першого Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Вітаю вас, пані Вікторія. Будемо сьогодні говорити з приводу актуальної теми. Це особливості виїзду малолітніх громадян за межі України, а також актуальні питання, що супроводжують подорожування із дитиною за кордон. Так, власне, така тема. Пані Вікторія, спочатку, який закон регламентує саме таке право дитини і з якого віку дитина може подорожувати сама без супроводження батьків або дорослих? Законодательством Украины, а именно Гражданским кодексом, предусмотрено, что дети, достигшие 16-летнего возраста, имеют право самостоятельно покидать пределы Украины и путешествовать. До 16 лет дети могут только проходить паспортный контроль и покидать государство с разрешения своих родителей, в сопровождении своих родителей или иных лиц, уполномоченных ими. А чому саме обраний такий вік 16 років? Це гражданським законодавством предусмотрено, тому що в цьому віці на определені права і обов'язки набуваються іменно стороною. А які документи для 16-річної дитини? Для 16-літнього гражданина необхідний паспорт для виїзду за границю. Если мы говорим о ребенке до 16 лет, то здесь необходимо будет также паспорт. До 2015 года это был проездной документ. Это, возможно, было также вклеивалась фотография и вписывался в паспорт родителей или родителя информация о ребенке. Но на сегодняшний день законодательством предусмотрено только паспорт для выезда за границу. Это детский паспорт. Зрозуміло. Це дитина, яка досягла 16-річного віку, а які документи потрібні для поїздки за кордон з дитиною, що не досягла цього віку, 16 років? Ну, здесь зависит от обстоятельств, при которых поездка осуществляется. Если оба родителя едут вместе, путешествуют вместе с ребенком, то в этом случае свидетельство о рождении ребенка, также паспорт для выезда за границу, вот, и свидетельство о браке. Это у нас идут оригиналы документов, ну и также паспорта родителей. Если в случае того, что один из родителей является иностранцем, то в этом случае здесь не нужно, то есть только, допустим, мать или отец обращаются, то в этом случае подтверждается документ, что отец или там мать гражданин другой страны. В случае, если один из родителей не может ехать, да, или только один едет с ребенком, то в этом случае обязательно соглашение второго из родителей, то есть разрешение на выезд за пределы Украины. Это делается для того, что государство Украина охраняет детей от незаконного вывезения, от торговли детьми, то есть это защита прав ребенка, защита его детства, развития и так далее. Вот. Если в случае того, что один из родителей умер, то в таком случае свидетельство о смерти, в случае лишения родительских прав одного из родителей, также решение суда, подтверждающее лишение родительских прав. Если один из супругов родителей признан недееспособным, то в этом случае документ это подтверждающий. То есть обязательно документы мы предоставляем оригиналы документов, то есть копии документов не принимаются на границе при пересечении границы. Скажіть, така практика оформлення, вона тривала, чи дійсно має місце? Ну, действительно, сейчас вот, если все по согласованию сторон, да, то лицо обращается к нотариусу, два родителя обращаются к нотариусу, и это дело там 5 минут, 15 минут, в нотариальном документе прописывается разрешение, что непосредственно один родитель доверяет ребенка или дает разрешение на выезд с другим родителем и прописывается. Единственное, что да, здесь все нюансы должны быть прописаны. То есть какая поездка, сколько дней, в какую страну, цель поездки, то есть это может быть развитие, там, туристический визит и так далее. Если, допустим, это, возможно, там, тренер везет детей на соревнования, да, то в этом случае два родителя должны дать разрешение, потому что другое лицо везет ребенка. В принципе, это не возникает с таким сложностей. Сложности возникают, если один из родителей против предоставлять разрешение или обращаться к нотариусу и подписывать соглашение. Давайте так, коли з'являються два батьки до нотариуса, особисто має бути, так? Конечно, нотариус, да. Особисто підпис має стояти. Обязательно, так? Да. Да. Угу. Це якщо за, якщо проти один з батьків. Если один из родителей против, то в этом случае мы вынуждены обратиться в суд и получить разрешение на поездку в судебном порядке.
Зрозуміло. Коли ми оформлюємо дитячий паспорт, коли треба, куди треба звертатися і, власне, у який термін до моменту поїздки? Ну, во-первых, ми обращаємося в органи, відділ міграційної служби у нас в районах, куди вам удобно. В принципі, на сьогоднішній момент нет прив'язки, де ми зареєстровані, ми можемо обратитися в любой відділ району, города для или районного центра, обратитися для оформления документов. Подается заявление установленного образца на то, чтобы обращается, как правило, если ребенок до достижения 16 лет или 12 лет, обращается родитель, один из родителей. Если ребенку уже исполняется 16 лет, он самостоятельно имеет право. Помимо заявления, в котором указываем, что необходимо на получение документа, предоставляется еще административный сбор квитанции, оплачивается за оформление услуг, а также предоставляется в случае до 14 лет свидетельство о рождении ребенка, а также документ, подтверждающий, ну, то, копии паспортов родителей, соглашение, то, что родитель не против оформлять. Вот. И также, если это ребенок уже достиг 14-летнего возраста, то предоставляется паспорт, это ID-карточка гражданина Украины, а также идентификационный код. Угу. Наскільки тривало оформлення паспорту, закордонного паспорту, и, власне, какие термины установлены украинским законодательством? На сегодняшний день, после вступления у нас безвизового режима, да, немного проблематично с этим, приходится подождать. Но существует, то есть законодательством предусмотрено у нас быстрое оформление, срочное оформление загранпаспорта, именно недельный срок, а также месячный срок оформления загранпаспорта. И, соответственно, цена разнится. Вот. В принципе, если вы планируете поездку, то заранее, заблаговременно стоит оформлять паспорт. Не за один месяц, брать с запасом пару месяцев, ну і, можливо, там 3-4 місяці, щоб було в запасі. Якщо, ну, виникла така термінова поїздка, а в міграційній службі черги великі, що робити в такому випадку? В этом случае, то есть нужно понимать целесообразность этой поездки. Если это лечение, которое необходимо неотложное, либо, возможно, это какие-то обстоятельства очень серьезные, то с предоставлением документа, возможно, медицинская справка, какая-то рекомендация, предписание, там, диагноз и так далее, то в этом случае мы обращаемся и возможно сделать с паспортом за несколько дней, вплоть до 3 дней, но, опять же, это должно быть аргументировано. То есть если просто поездка на море или просто поездка там для расширения кругозора, то есть это не будет являться основанием. Аргументация, мы надаем эти довідки, власне, до миграционной службы, да? Безусловно, да. То есть мы должны подтвердить то, что это срочно и почему это срочно на данный момент необходимо нам. Скільки коштує, власне, такий дитячий закордонний паспорт для вивезення дитини? Да, законодательством предусмотрена у нас ідентична сума, як і для у нас совершеннолетніх граждан, так і для граждан, то есть для діток теж. Здесь стоит отметить, что стоимость, которая изготавливается паспорт до 20 рабочих дней, это примерно 550-560 гривен. Вот, это несрочный паспорт, то есть который до месяца готовится. И тот, который срочный, это до 7 рабочих дней, вот, 810 гривен оплачивается. То есть есть терминал, вам дают реквизиты, вы оплачиваете и приносите квитанцию уже, когда подаете все эти документы. Насколько я знаю, зараз в миграционной службе навіть створено такий сайт, где можно в онлайні подивитися, в якому вигляді зараз іде виготовлення цього документу. Да, дійсно, на сайті у нас, всеукраїнському сайті, по номеру паспорта ми можемо відслежувати, на якому етапі знаходиться наш паспорт. І коли він вже із Києва приїхав і повернувся к нам, ну, і можна йти і отримати. Це дуже удобно, дійсно. Наступне питання – нотаріальна згода, довіреність. Давайте детальніше, ми вже, власне, трошки торкнулися цього питання. Давайте детальніше розповімо, з якого терміну, власне, до поїздки треба звертатися. Ну, ми вже сказали, що батьки мають бути обов'язково, да. І давайте детальніше. Да, ну, ми обращаемся к любому нотаріусу на ваш вибір. Это може бути і государственный, і либо частный. Обращаются два родителя. Их присутствие обязательно. В нотаріальному этом соглашении прописывается, опять же, поездка, цель поездки, кто, что... И они подписываются, то есть родители подписываются по тем, что они доверяют лицу, которое будет вести, если, допустим, это не один из родителей, а, например, там, воспитатель или какой-то педагог, что они доверяют, поручают этому лицу осуществлять вместе, то есть выезжать вместе с ребенком за границу. Обязательно должно быть прописано, то есть срок этой поездки. То есть, как правило, у нас не существует на долго играющей основе, то есть, допустим, там, на 5 лет мы расписываем, что поручают этому человеку, то есть возможность дают. Как правило, это может быть одна, может быть какой-то ряд поездок в течение, например, определенного периода. Если
это возможность там оздоровления какого-то, либо это соревнования, например, там отборы и какой-то чемпионат. То есть это либо это может быть какое-то санаторно-курортное лечение. А можно вказать термин РИК? Так, и, власне, за цей рік можуть бути різні країни. Да, ну, желательно, конечно, даже в этом, если мы пишем год, срок, то мы описываем, какие-то будут поездки, сколько в течение года этих будет поездок, в какие страны, приблизительные мы уже даты указываем, потому что это... Це ну, семинар, очень... змагання, там, якісь да, консультації, то есть, да? Це то все... Цельові поездки, да, обязательно указываем конкретно, как, куда и как едем. Про особу, які мають бути відомості, якій ми довіряємо вивезення нашої дитини? Що, власне, має бути про нього написано? Указывается паспорт, ідентифікаційний код, регистраційне, то есть, где зарегистрировано лицо. Вот, то есть, прописывается основная информация, которая при заключении сделок, то есть, удостоверяет личность, то, что это лицо как бы подтверждается, то есть, устанавливается личность нотариусом. І ще раз зробимо наголос на тому, що кордон перетинається виключно з... Оригиналами. Это обязательно, потому что могут возникать проблемы, и вас просто не пропустят, потому что копия не является, это не является подтверждающим документом. Она может быть, ну, грубо говоря, подделка, поэтому обязательно с оригиналом. Які ще оригінальні документи мають бути на випадок там, ну, різні обставини бувають там, батьки да. змінюють прізвище, все може бути. Да, если это, допустим, был, например, развод, да, и есть решение суда о выезде разрешения на предоставление разрешения, выезда ребёнка за границу. И мать ребенка меняла фамилию после развода, то в этом случае стоит взять в органах РАГСа, взять вытяг о том, что, выписку о том, что была изменена фамилия, что ребенок – это ее ребенок, что это подтверждение. Mm-hmm. Потому что бывает так, что какие-то нюансы упускаются, и в решении суда это может быть просто не указано. А пограничная служба может не всегда это, ну, поверить вам на слово, так скажем. Также это, возможно, будут приглашения с той стороны, если это поездка к родственникам или каким-то знакомым или друзьям. То есть это может быть приглашение, оно не должно быть подписано нотариально, там, заверено. Оно может быть просто подписано, там, дружеское письмо какое-то, город указан, проживание места, то есть подтверждающий документ, что цель поездки, это возможно быть таким образом. Также это может быть, если это бронирование отеля, либо, опять же, возможно, где будет проживание, апартаменты и так далее. Обратный билет, то есть то, что как бы эта поездка имеет кратковременный характер, и это не, мы сейчас говорим не о постоянном месте жительства, не о долгосрочном. Срочных переездов. Який термін дії довіреності на вивезення з дитини за кордон? Ну, как правило, здесь в зависимости от ситуации мы можем прописать, вот как и на год прописать поездки, либо это может быть единоразовое разрешение на выезд ребенка за границу. Термін дії дитячого паспорту для виїзду за кордон. Він чітко прописаний в українському законодавстві. Да, в законодавстві чітко прописан. У нас, виходить, до 16 лет видаються паспорта сроком на 4 года. Это делается для того, что вообще у нас паспорт можно получить с рождения, то есть оформлять паспорт для выезда за границу ребенка с рождения. И с этой целью сделано, Цікаво. Что... Цікаво, це коли з'явилася така можливість? Это вот у нас буквально, да, вот на данный момент уже действует законодательство такое. Ранее это было по-другому. И сейчас получается, что мы можем оформлять от рождения, но срок действия от этого документа, он у нас не более 4 лет, потому что ребенок растет, и, соответственно, чтобы не возникало вопросов, то это или иное лицо для подтверждения. С 16-летнего возраста уже гражданин имеет право оформлять документ, паспорт, как у нас имеют взрослые совершеннолетние, которые действуют 10 лет. Дія паспорту – це 4 роки. Да, действует 4 года, но если уже с 16 лет, то это будет 10-летний. И еще хотела отметить, что до 2015 года у нас действовал проездной документ для ребенка, и он действовал там, по-моему, 2 или 3 года, чуть меньше там он действовал. Вот. И также, вот, если вот вписывался в паспорт родителей, то есть на сегодняшний момент это законодательство действует, эти документы действительны. И у кого есть наличие такие проездные документы, они имеют право выезжать за границу по этим документам. То есть данная норма, она еще не теряет силу, поэтому до 2018 года, до весны 2018 года все эти документы еще действительны. С 2018 года уже обяжут всех в обязательном порядке оформлять документы, которые на сегодняшний день являются, будут единственными. Вы знаете, столкнулась с таким питанием. 14 років дитина має отримати ID-картку. І коли хочуть виїхати за кордон, але немає цієї ID-картки, ну, не встигли своєчасно оформити, то поїздка така не буде дозволена. Власне, не буде оформлений закордонний паспорт.
Що треба робити в такому випадку? Терміново робити цей ID-картку, що треба робити? Ну, дійсно, да, на сьогоднішній день, якщо раніше у нас був паспорт бумажного, ну, то есть у нас була книжечка, да, паспорт гражданина України, і видавався з 16-летнього возраста, то на сьогоднішній день з 14-летнього видається і паспорт гражданина України, он нового образця, називається ID-карточка. Вот. При оформленні документів, якщо ребенку вже є 14 лет, то он обязан предоставить для оформления паспорта заграничного эту ID-карточку. Если это ранее, то есть как бы до 14 лет, то в этом случае ну, нет необходимости быть свидетельство о рождении. Ускорить этот процесс мы можем в любом случае, если вот только день рождения, да, и обращается так, сразу, так. Мы пишем письмо, что планируется поездка. Конечно же. А так, то есть на законодательном уровне они имеют право отказать, если в срок, то есть после того, как исполнился определенный возраст, да, если человек уклонился от оформления этого документа. Це термін, який має бути після того, як 14 років виповнилося, протягом місяця має бути оформлено? Да, в течение месяца, да. То есть нужно исполняться, и сразу вы идете, подаете документы. Потому что у нас за неисполнение законодательства у нас административная ответственность может быть, и придется оплачивать еще штраф за то, что... Але якщо, наприклад, 10-го виповнюється там 14 років, а 12-го треба їхати, так? Це можна листом, это можно, спеціальним да, это листом, можно, да, да. І консульство може дозволити, так? Да, такі... в исключительных ситуациях это возможно разрешить этот вопрос. Угу. Зрозуміло. Про термін ми дитячого паспорту, виїзд за кордон ми поговорили. Як вивезти дитину за кордон без згоди батька? І чи зустрічаються в юридичній практиці такі випадки? Наскільки часто зустрічаються такі випадки? На самом деле встречаются, потому что иногда родители не могут достигнуть соглашения какого-либо по совместному воспитанию детей. И бывает так, что друг другу могут сделать назло, и не вообще признавая интересы ребенка. Вот. Единственное, что хотела немножко отступить от этого вопроса и все-таки проговорить по поводу оформления документа вот до 12 лет. Вот, у нас считается как? Если до 12 лет ребенок может не присутствовать в органах миграционной службы для оформления документов. Вот, и в этом случае у нас родитель имеет право принести две фотографии, и они будут отсканированы, то есть ребенка можно не фотографировать, не приносить его или приводить его туда прям в обязательном порядке. Вот, после 12 лет все-таки желательно наличие ребенка, чтобы можно было посмотреть, только в случае, если ребенок, там, у него заболевание какое-то, и нет возможности действительно транспортировать или так далее, то в этом случае может быть медицинская справка. А так вот до 12 лет. И предоставляется маленького образца, 3 на 4, 3 на 5, карта, фотография, и также 10 на 15, чтобы можно было просмотреть, ну, как бы ребенок в полный рост. То есть это в обязательном порядке. И до 12 лет отпечатки пальцев не сдаются. Вот здесь тоже такой интересный вопрос, потому что маленькие пальчики, ну, то есть как бы это не актуально еще на тот момент. Вот. И возвращаясь к вопросу по поводу соглашения родителей, да, то есть законодательно предусмотрено, что если один из родителей не дает свое согласие по тем или иным причинам, мы имеем право защитить свои права, защитить интересы ребенка, да, для его развития, право на его культурное развитие, обратиться в суд. Здесь нужно понимать, что мы говорим здесь о кратковременном, не конкретно, что родители... Выезд на пустынное место, да, потому что это совершенно другая тема. То есть, а в этом случае конкретно мы должны в исковом заявлении аргументировать цель нашей поездки. То есть это могут быть, если опять же это на лечение, да, то это мы предоставляем все справки, это мы можем предоставить план нашей поездки, то есть каким образом это будет происходить. Если это, допустим, мы только едем на... за границу, допустим, какая-то ознакомительная поездка, да, или экскурсионная для изучения языка, то же самое. То есть прилагаются тур, проживание, то есть мы это все прописываем, и чем это будет более аргументировано, тем в этом случае вопрос у суда не возникнет. Вторым здесь нюансом может быть также, что почему второй из родителей, он против. Да, то есть здесь да. Суд обязан установить причину. Если это просто не хочу, потому что, ну, как бы... Потому что не хочу, да, да, поэтому... То есть здесь, как бы, это не является основанием. Суд принимает только определенную информацию, которая у нас базируется на фактах. То есть, допустим, если там с этим родителем будет небезопасно, то есть в первую очередь он интересы ребенка учитывает. Ну, вот. Небезпечно, это також треба довести, чому саме небезпечно, да, ехать с одним из батьків. Да, то есть это обязательно, это на словах, это не будет являться определенным, то есть доказательством. В случае, если родитель не то что против, а он вроде бы как
и не против, но не пришел судебное заседание, такие тоже случаи у нас бывают, да, то суд имеет право два заседания провести, то есть перенести, дождаться нашего отца или маму, которые не хотят или уклоняются от явки в суд, и постановить решение на основании тех документов, которые у нас есть в материалах дела. То есть если мы все предоставили, да, а лицо не обратилось, ну, то есть никаким образом не сказала ни да, ни нет, то есть и не против, и не за, воздержался, да, то в этом случае суды удовлетворяют эти решения, и на основании этого решения осуществляется выезд ребенка за границу. Также хотелось бы отметить, что тоже, как и вот изготовление паспорта, здесь тоже стоит это делать заранее, потому что суды бывают загружены, бывают там и летние, и каникулы, и так далее, все что угодно бывает. Поэтому форс-мажоры различные. Растягнутыся может, да? Да, это может, опять же, да. Опять же, здесь зависит, если не будет приходить одна из сторон, это тоже будет откладываться, и здесь уже не по вине суда. И в этом случае тоже 3-4 месяца, а даже можно и полгода, то есть заблаговременно планировать эту поездку. Зрозуміло. Терміни розгляду цієї категорії справ судами ми вже торкнулися, що це може і тривалий бути розгляд, і, власне, це може залежати і від самих батьків, якщо вони не з'являться, наприклад. Да, да, здесь в зависимости также от аргументации иска, то есть непосредственно, что мы просим. Бывает так, что обращаемся в суд, или там люди обращаются в суд, и получается так, что, по сути, и человек не против. То есть нужно понимать, что мы обращаемся в суд, если есть спор, если какой-то из родителей против, или его, допустим, нет рядом, чтобы у него получить этот отказ или соглашение. То есть здесь так, потому что, то есть, экономим свое время и можем обратиться к нотариусу, если это необходимо. Перед тим, як назвати, власне, адреси і куди треба звертатися, аби отримати безоплатну правову допомогу, давайте зробимо певний висновок з нашої сьогоднішньої розмови, власне, оформлення документів для вивезення дитини за кордон. Ну, в первую очередь, нужно понимать, что с 16-летнего возраста ребенок имеет право полноправно на основании документа паспорта самостоятельно путешествовать, да, покидать пределы Украины. Если ребенку до 16-летнего возраста, то есть ему необходимо сопровождение родителей, опекунов или лиц, которые уполномочены представлять его интересы. Если вот мы берем случай до 16 лет, то у нас обязательно соглашение родителей, если ребенок путешествует без родителей или с одним из родителей. Документами, подтверждающими то, что один родитель не против, да, это возможно быть нотариальное соглашение, а также возможность путешествовать без разрешения второго из родителей возникает при лишении родительских прав отца или матери с противоположной стороны, соответственно, если лицо признано одной из родителей недееспособным, если факт наличия смерти существует, либо это гражданин иностранного государства, то в этом случае разрешение на выезд ребенка за границу не необходимо, ну, то есть нет необходимости. Для оформления нашего загранного паспорта мы можем обратиться в органы миграционной службы, а также в центр административных услуг. Для оформления мы обращаемся в эти органы, и это должно быть заблаговременно, то есть у нас должно быть в запасе пару месяцев хотя бы. Можно обращаться и в скором порядке, вот, можно обращаться и в общем порядке, только если у нас, мы хотим ускорить этот процесс, нам необходимы подтверждающие документы, либо неделя, срок, который предусмотрен законодательством. Если у нас один из родителей против, то мы можем обратиться в суд для получения разрешения на выезд ребенка за границу. Здесь также это возможно быть долгосрочная процедура, поэтому нужно обращаться непосредственно заранее. Для того, чтобы обратиться непосредственно и написать, составить исковое заявление, вы можете обратиться к нам в центр и получить и консультацию, и составление документов, и также представительство интересов в суде. Потому что чем более будет грамотно составлено исковое заявление, тем быстрее может получиться, ну, то есть результаты может быть намного ускорен. И теперь адресы, телефоны, власне, где це можно оформить, отримати безоплатную правовую допомогу. Для того, чтобы обратиться к нам в центр по предоставлению бесплатной правовой помощи, вы можете прийти по адресу город Николаев, улица Образцова, 4А/2, и контактные телефоны 47 20 90, 47 20 91. А также в районах у нас есть обособленные подразделения местных центров. И вы можете обратиться в городе Очакове по улице Торговая, 44, в Березанском районе, в городе Березанка по улице Центральная, 41, в Ольшанский район у нас в Варваровке, улица Очаковская, 142, и в городе Новая Одесса по улице Ленина, 179.
Я вам дякую, Вікторія. Нашим глядачам я хочу нагадати, що у нас сьогодні була начальник відділу представництва першого Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. І ми говорили про особливості виїзду малолітніх громадян за межі України, а також актуальні питання, що супроводжують подорожування із дитиною за кордоном. Я вам дякую, шановні глядачі, за увагу. На все добре.